Очень увлекательный был забег, 5 километров по пересеченной местности. Достаточно интересно все было сделано, задания интересные, не сказать, что прямо сложные. Для любого немного физически подготовленного человека это препятствие не составит пройти труда, все препятствия. Ну, командой бежали, все друг друга поддерживали. Считаю, что очень классно отдохнули сегодня, море позитива. Как-то так, спасибо. На самом деле гонка оказалась более легкой, чем мы ожидали. По-моему, нас подготовили как отряд спецназа, поэтому ну, для нас особо сложных этапов не было. Тяжело было Максиму на скалодроме, он об этом расскажет. Было очень тяжело, потому что я выбрал не ту дорогу изначально. Но вот как раз, мне кажется, ту дорожку правую, ее надо было назвать дорожка Гераклиона, потому что по ней лазили самые сильные. Ну а в целом, конечно, самое сложное было это сохранить командный дух, потому что кто-то впереди, кто-то сзади, но в итоге мы справились. Самое главное, здесь была очень приятная атмосфера, мы все друг друга поддерживали. Это было, наверное, самое приятное, что мы были командой, командой сильной. И, наверное, независимо от результата, мы так останемся командой. Да, и хотелось бы еще сказать огромное спасибо фонду «Гераклион», нашему тренеру Сергею Култовскому, Оксане Сливенко и всей команде «Гераклион», которая принимала участие в нашей подготовке. Вот. Ну и я думаю, что наши связи с «Гераклионом» только начинаются.